Здравствуйте, открывайте. Я думал, ты босиком. Это видеоблог. Это видеоблог. Встреча, долгожданная встреча. Они не видели стригу. Маленький бандит. Это вам. Спасибочки, посыпочки. Мы, саунд-дизайнеры, не умеем показывать эмоции. Я потом он едет, я расплачусь. Вот. О, блин, прикольный экранчик в натуре есть. Можно смотреть, кто мы, что мы. Да, кто ты, что ты. Слюна утечет у кого или нет. Поехали. Кто с дебильным лицом, кто нет. Давай, прекрасные лужи. А, кстати, да, вот что ты можешь сказать касательно района? Да, пиздец. Да я могу касательно всего города сказать. А ты когда покупал здесь вот эту площадь, ты знал, что... Что район пиздецовый? Да, или просто... Вообще, как, меня предупреждали, что не бери, не покупай там ничего, потому что этот район топит, он самый хуёвый. Но я такой человек, что... Я могу создать себе мир прекрасный у себя в голове и независимо от места, локации. Ну и плюс, здесь же дешево было. Да, и это самый, конечно, весомый фактор был. Я не собирался здесь, ну, прям обосновываться и покупать какую-то прям основную, прям место, где я буду стареть и растить внуков. То есть ты изначально знал, что ты будешь тут жить, ну, там, год-два? Да, да. Я хотел пощупать, что такое вообще жить не там, где родился и пригодился. Вот. И решил сначала на наши юга, теплышко. А сейчас вот думаю, что пора бы уже и двигаться дальше. Куда следующую планету? Хочу сейчас пожить немножко в Грузии, а потом перебраться потихонечку в Европу вообще. А в Грузии ты также будешь покупать помещение и заново строить его? Не, не буду, потому что это нерационально. Ты просто будешь снимать там? Да, буду снимать и максимально просто обустраивать под звук. То есть панели покупать, либо акустический поролон и всякое такое. То есть делать комфортные условия для работы со звуком. Все. Здравствуйте. С говядиной, с курицей? С говядиной. Будет стакан в подарок. Какой стакан? С говном? Давайте. Спасибо. А тебя не слышно все равно? У тебя влог получится про музыкальный район. Ну, это часть твоей жизни? Период, да. Сейчас. То есть ты мне предлагаешь вот эти тапочки, да, надеть? Конечно. Они универсальны. По-моему, прекрасно. Так, значит, обзор квартирки. Что здесь было? Это просто подвал. Нихуя. Тут был просто бетон и все? Да, здесь был бетон, и я решил купить это помещение и сделать себе студию, но с возможностью остаться здесь поспать, вот. И, ну, пожрать, приготовить. Как-то так. Сколько, получается, вот эта стенка была, там за ней студия, здесь туалет и душ. Да. Сколько здесь, получается, общая площадь? 33 квадратных метра, как? 33? Да, как в сериале. Как в сериале? А, и сколько денег стоило это помещение? Ты думаешь, что это озвучивается тебе? Конечно, да. 500 тысяч. 500 тысяч? Да. Серьезно? Да. А сколько в ремонт денег вложил? Да, блядь, налоговая же приедет. Такие вопросы задаешь. Сколько денег вложил в ремонт? Вложил где-то 1400-500, наверное, где-то. То есть это миллион уже получается? Ну, где-то так, да. Но ты почти все здесь сам делал же, насколько я понимаю. Ну, да, что-то сам, что-то с прорабами. Ну, вот. Дизайнерская идея сама, типа там стенки, и... декор. Короче, идея была сделать вообще сначала звукозаписывающую студию. Но потом я подумал, что, ну, во-первых, это бабок больше вкладывать. И потом я осознал, что я не буду здесь, ну, вечность тусить. И студия звукозаписи — это не очень рентабельно и не очень по бабкам, короче, круто. Это такое, самоотдача должна быть лютая, чтобы заниматься именно записывать кого-то. Я понял, что я сделаю себе закуток саунд-дизайнерский, буду писать там музычку,
Вот, и делать проектики всякие разные. Ну и, в принципе, за год я нормально сейчас. А получается, когда ты купил здесь помещение? Блин, получается, то ли около двух, нет, полтора, наверное, года. Ну как, и полтора года ты переехал сюда из Питера? Да. И сразу купил здесь, да? Да. А пока ремонт делал, где жил? Пока ремонт я снимал. А, снимал? Да. Тоже в этом районе? Нет, у стадиона Галицкого. А, да, ты же у Галицкого жил. Так, окей, вот это что за трубы? Это была идея сделать сначала, ну, барную стойку. Барную вот стойку тоже ты сам, да, делал? Да, я купил слэп. Что такое слэп? Ну, это кусок дерева, вон такой, необработанный. Он был большой, я его спилил на два. Угу. И все, ты, получается, пилил, все это здесь прям делал? Да, ну не здесь, а в той комнате, я все вынес оттуда, вот. Ну, правда, она еще не доделана, еще надо одним слоем масла покрыть, чтобы убрать вот эти затиры. Вот. И получается, ты, по-моему, я историю смотрел, ты даже варил сваркой. Да. Вот эту, да? Да, и вот эту хуйню я сварил, покрасил. А ты что, варить умеешь еще? Как оказывается. Ну, вообще, я не знал, что я умею варить. Ну, если это можно назвать умением... А где ты, это был... где ты сварку взял? Я ее купил. Просто ты купил буквально, сварку, чтобы сварить барную стойку? Буквально за 4000 рублей, да. А где она сейчас? Она где-то стоит. Вон она, по-моему, там. Там, в этой куче хлама. Мне куда смотреть, в камеру или на себя? Без разницы. Что это меняет, Антон? Пончик. Иди сюда. А булочку с иголочками будешь? На, дай ему витамин. Вот тут в стенах есть что-то? Да, здесь звукоизоляция сделала. В стенах тоже звукоизоляция, да? Да, комната в комнате. Потом акустические панели я вымерял. Примерно, что, какой звук там. Акустические панели, это вот эти черные, да? Да. Тоже сам делал? Или да. Ты, в принципе, здесь все сам делал? Давай, коротко, значит... И длинно. Что здесь есть? Здесь есть микрофон. Микрофон. Сколько стоит? $15,000. 15 000. Мониторы вот я вижу. Сколько стоит? 16 000 рублей. Мониторы. Медиаха, да, маленькая? 5 000 рублей. Ноутбук старенький. Ну, за 60 покупал раньше. Так, что там еще? Вот это, как она забыла? Вот это вот байда, как называется? Рекордер. Новый 26, бэушный 15-16. Так, укулеле. Не знаю, подарили. Подарили. Смычок. 1000 рублей. Электрогитара. Покупалась 15 лет назад за 1015, сейчас у нас с начинкой 1030-40. Бас-гитара? 1007-8. И акустика? 1012. И вроде все, да? Маска сварочная? Бонусом шла к сварке. Ну наушники вот у тебя еще есть какие-то модные, да? Сколько? Да нет, это аудиотехника 1004. А, и еще вот эта хрень, как она, контроллер или что это? Focusrite карта 8-9 тысяч. Это звуковая карта? Да. Короче, вот этого всего оборудования тебе достаточно, чтобы создавать саунд-дизайн? Да, достаточно просто ноутбука, и можно даже ноутбука и наушников. Если вы хотите... Ну это если ты используешь звуки из базы. А если ты, мне кажется, яйца мои снимаешь, нет? Да. Я еще учусь снимать. Я понял. Да нет, касательно там звуки база, не база, это уже отдельный вопрос. Что нужно для работы? Для работы, соответственно, нужен хороший с процессором ноутбук, либо компьютер. Так. Focusrite, либо любая аудиокарта желательно. Почему? Потому что в дальнейшем вы будете, скорее всего, записывать звуки, а эта штука вам поможет. Внешняя аудиокарта. Наушники и мышка. И все. Сколько уже лет ты занимаешься этой деятельностью? Да музыкой вообще я занимаюсь лет с 15, наверное. А сейчас тебе сколько? Сейчас мне 28. 13 лет музыкой и сколько лет именно зарабатываешь на саунд-дизайне? Ну, где-то... Я сначала фрилансером стал, где-то года 3 я уже на себя, или 4 уже пошел. Сколько в месяц? Сначала я фрилансил, так. Видео делал звук, просто там какие-то чистка, ну, короче, звукоинженерные всякие штуки. Вот, потом я узнал про саунд-дизайн, ну, грубо говоря, в целом где-то около 3, точно не могу сказать, ну, больше 2 точно, около 3, наверное, я уже звуком занимаюсь, саунд-дизайном. И именно музыкой коммерческой.
Вот, то есть для всяких проектов. То есть помимо... Ты а ты просто... себя что не снимаешь? А, не хочу. Все шишки на меня, понятно. Да. Комментируйте, да, тогда. Обсирайте только меня тогда. Так, 3 года, окей. Сколько сейчас эта деятельность приносит денег? Ну, в среднем месяц где-то, ну, больше сотки точно. А тут все зависит от... Твоей работоспособности? Да, сколько я лежу на диване, сколько я хочу работать. 100-200. 100-200, ну, вот в прошлом было там под 200. Вот в этом за 100 тоже уже перевалил. Вот. Ну, ебашить, конечно, нужно ебашить. Давай это самое. Распакуем гитару, и ты что-нибудь поиграешь на ней. Давай. Там еще медиатор есть. О-о-о! Вот тот маленький. Вот этот, ой, смотри, тоже Ибанес. Ибанес, да. У меня тоже есть медиатор. Вот, смотри, какая штучка классная. Ну, вот туда я медиатор кинул. И настроить надо ее вообще. Забыл. Сейчас, погоди, я вспомню. Сейчас. Бля, забыл, прикинь, вообще не играю. Ну, а что? Растерялся на камеру. Радиохэд знаем? Знаем. Забыл все. Давай, ладно, пойдем. Короче, не очень из тебя музыкант. Да я просто играю только тогда, когда что-то придумываю сейчас. Ну, я не занимаюсь уже именно какой-то своей музыкальной деятельностью. Раньше я играл кучу всяких каверов, хитяр всяких. А сейчас я просто вот могу поставить, что я играю, то есть, ну, для коммерции какие-то там... какую-то музыку, треки, то есть я придумываю, записываю и... А, кстати, какой... можешь вспомнить самый дорогой проект, который ты коммерчески делал кому-либо? Может, Сбербанк там или что? Вообще, какие самые жирные клиенты у тебя были? Самый дорогой, да... Дорогие больше в саунд-дизайне, если... Или в музыке? Ну, в... Или вообще в общем проекте? В общем, какой самый дорогой проект ты делал? Да, наверное, да, блин, тяжело так сказать. Просто есть проекты, которые сразу ты делаешь, допустим, 5 секунд, там, аудио-брендинг, нужно какую-то просто мелодию придумать для какой-то компании. За 5 секунд я делаю этот проект за 10 минут и 15 тысяч получаю. 15 тысяч? Да. Ну, как бы вот из таких рамок, если. Либо, допустим, вот над игрой я работаю одной, уже, наверное, второй год, то есть, ну, год в общем. И, игра? Ну, да, ну то есть потихоньку мы делаем, там 2 месяца где-то потихоньку делаю какие-то звуки, ну и в общей сложности там, ну наверное, около там уже, ну 150-200 там где-то вот так вот накопилось, ну вот по ТЗшкам. По... Бля, вот стул скрипит пиздец просто, мерзко. Я, кстати, вот хотел на днях ехать за новым стулом. Давай покажем, как, вот просто на примерах, как это выглядит. Давай, скорее. Сейчас зайдем на сайт, посмотрим мои работы на 3 направления. Это видео, саунд, музыка для видео, для игр и для моушен графики, моушен дизайн и так далее. А мы проекты будем показывать, как изнутри это все выглядит? Я иногда угораю, то есть озвучиваю всякие просто ролики, чтобы прокачать себя. Ну, скилл свой, ну и когда время есть. Вот, допустим, решил озвучить просто трейлер к игре по Ведьмаку. Нашел видео старое. Ааа!
Я реально на секунду задумал, блять, это, по-моему, не мое видео. За свой звук выдаю, блядь. Не, ну вот, как бы я делал эти звуки, как в конце указано, что типа 80% оригинальный звук, то есть я дома писал, там, допустим, хруст, это я мандарин там ломал, дыхание свое записывал. Недавно я официально отметил сотку проектов, 101-й вот сейчас будет, сейчас сделаю. Но на самом деле сделал я уже, наверное, в общей сложности проектов 200. Потому что какие-то простые я просто удаляю, выключу, ну, сношу, а некоторые бывают, допустим, папки, вот сплат папка, тут по 5-6 там каких-то проектов разных. Старый видеомагнитофон, что там, мультисистем какой-то, Gold Star. Короче, ты его купил на барахолке, да? Да, я покупаю разные штуки частенько, допустим, вот телевизоры там бил. Чтобы был саунд, ну, специально. Короче, библиотеки делаю, использую звуки. Я стараюсь в основном работать в проектах, ну, то есть не с библиотечными звуками, уже готовыми, а пишу сам. Не для всех, конечно, проектов, потому что, ну, когда постоянно проекты, ты не успеваешь просто частенько берешь. Сейчас мы запишем, поугараем, запишем какие-нибудь звуки из магнитофона. Ну, это механические какие-то движения, да? Да, это пьезомикрофон. Он записывает колебания, скажем так, вибрацию. Ты его снял сейчас с гитары? Да, гитару иногда пишу на него. Что можно сделать? Вообще все что угодно. Для того же робота какие-то звуки. Допустим, роботы же шагают, у них там пневматика всякая стоит. Это в какой проге ты работаешь? Это Logic Pro, я работаю, да, на Маке. Я уже 100 лет работаю на нем. Сейчас найдем робота какого-нибудь быстренько. Робот. Не, я его просто скачаю, робот. Ну вот, допустим, кусочек роботизированного, скажем так, ну, отрывок роботизированного Месси. Он снимает. Как вот сейчас про рабочий процесс прям показываю, как я работаю. Кнопочка, вылезла что-то. Ну и все, в принципе, я не знаю, что это реклама презиков или что. Месси довольный. Мы сейчас, смотрите, как процесс. Тут магия в том, что сначала все набрасывается черновое, а потом допиливается. Вот тоже, допустим, вот этот звучок мы подставили, примерно понимаем характер, примерно понимаем, что здесь должно быть. Здесь должен быть механизм какой-то. Конечно же, он сейчас еще не подходит, потому что звук тяжелый. Вот, его нужно механизировать, его нужно сделать легче, потому что маленький кусок, маленький такой чипик вылезает. Вот, плюс должна быть какая-то еще механическая составляющая. Следовательно, что мы делаем? Мы ищем просто по звукам. Все вперед. Вот этот кусочек, то есть мы добавляем, вот что Илья спрашивал, что такое лейеринг. Следовательно, мы добавляем вот эти звуки еще сюда, совмещаем с тем звуком. Слушаем все вместе. Но он у нас длинный, поэтому мы его укорачиваем сейчас. Убираем низы. Делаем pitch. Компрессим еще. Ну, уже похоже. Ну да, потихонечку так. То есть, ну, это и есть процесс такой, что ты подбираешь. Плюс мы делаем вот этот звук, подмешиваем.
То есть ты еще сверху накладываешь что-то, да? То есть это не один звук, ты подмешиваешь их? Да, их вообще бывает в одном звуке до 20. Пиздец. Да, то есть чтобы добиться желаемого вот этого звучания, соответственно, мы ищем нужные слои, нужные звучки, анализируем. Ну вот, получается. Так, сейчас я хочу еще поэкспериментировать, добавить каких-то модуляторов, наверное, или Sky-Fi, короче, тематики сейчас. О, это прикольная штука. Антон, что мы сейчас делаем? Мы целуемся с собакой. Котопёс, котопёс. Кусай.